Все, Джимену сейчас будет хана. Нет! Вытаскивай! Красав! Всем здорова, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные ролики по Скибиди туалетам. На этот раз, ребята, зомби-апокалипсис, 28 серия. Обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм, уведомления плюс расписание. Let's go! Так, Скибиди туалет. Пайдэхубум, так, понятненько. А, да, блин, ребята! Все, Джимену сейчас будет хана. Нет! Вытаскивай! Красава! Ну, я, в принципе, так и думал, что так и получится. Что такого героя навряд ли, Да ладно, блин! Нет, он остался жив. Да что ж такое-то? Ну и да, нового Титана тоже сливать как-то быстренько. Что? Да в смысле? Чё-то все плохо. Хорош, хорош, хорошо попал. Фига, поезд мчится. Откуда там поезд-то? Ползет, 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 друзья. А он флешку, получается, забрал эту. Не флешку, а точнее ядро. Ну, X-18 там. Как я понял. Сейчас мы пересмотрим. Всякие ютуберы у нас тут, а ссылочки. Да ладно, дружище, здорово. Давненько не виделись. Да, придется объединиться немножечко. Капец, чё, блин, происходит? Ты прикинь вообще, что тут происходит? Ну, насчет Джимена я так и думал. Предикты у меня были такие, что либо отмотают там время, но просто вырвали, оказывается, эту пушку. Ядро X-18. Иначе бы просто засосало бы его, поглотило ядро и все. Нифига себе, аж руб как повредил. Ну вот это вообще прикол. Я такой подумал, да ладно, сейчас поглотится новый Титан. Но нет, ребята, не все так просто. Так, ядро у нас там, справа. Вот смотри, что он творит. У Клока, получается, высасывает способность. Нет, ты хочешь сказать, он прям... Что, блин? Чувствую, что реально он способность эту забрал и все. Боже мой. Полетел. Да, это ядро он забирает. А флешку я так не понял, что-то он забрал, не забрал. Там, потому что, помнишь, в предыдущей серии Титан новенький этот наступил на нее. Что-то как-то жутко. Так, челы откуда-то взялись? Вообще никак не помогли. Жесть, ну что ж происходит-то, а? Найс, успел хотя бы. Такой нормальный поезд, да? Посмотри, как круто выглядит все тут. Да, против этой твари вам, конечно, будет, ребятки, тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, честно скажу, серия неплохая. Серия вообще хорошая такая. Ну вот от этого я просто в шоке. Раз, высосал энергию. И восстановился. Ну, Титан-камерамен хорошо придумал. Он просто умом сделал. И это могло сработать. Если бы еще вторую руку, бац, засосало бы, но нет. Но он не сдается, вообще красавчик. Молодец, какой же он молодец. Ой, блин, надеюсь, они, конечно, помирятся. Не знаю. Ребята, просто у зомби и так много шансов победить. Не знаю, что там дальше у нас будет. В общем, ребят, на этом пока что все. А, озвучку! Куда уже прощаемся? Погнали, посмотрим на 27-ю серию, ребята. Ну что же, друзья, а теперь у нас озвучка от Неми. Ссылочка будет в описании на 27-ю серию Титан Генезиса. Ух ты. Погнали, посмотрим. Это должно быть здесь. Все правильно. Подожди-ка. Ребята, я за вами скучал. Я здесь. Реально мародеры. Все позволяют. Против всех они. Это что за... Ну нет. Чувак, ты должен держаться. Остановитесь. Но против этого они точно не попрут. Офигеть, маленькие, ну что творят? Что творят вообще? Это должно его остановить. Но со мной Вандер. На каждый ваш фокус я найду свои два. Да пошел ты! Что творят, конечно. Такая большая нога. Новый засранец. Я запрещаю тебе. Не забудь. Там какая-то главная способность у него очень крутая. Давай, музыка в тему прям. Познай силу Генезиса. Хватит, я разрежу тебя на куски. Мощный гад, а? Как он из динамика при том это делает? Давай. А где Ишкерия? Так, ладно, ребята. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайкосик. Мы, конечно, ждем прям с нетерпением, когда же будет оригинальная серия, потому что, ну, что-то как-то долго, да? Скоро, я не знаю, мне кажется... Ну, там, понятное дело, ребят, торопить Дефука не надо, как бы, потому что... Сам понимаешь, сейчас серия очень качественная, он там придумывает все... разворачивается, но такое чувство, что будет одна серия в 2 месяца выходить. Не знаю. Ладно, ребят, на этом все. Обязательно в Телеграм залетайте. Бай-бай, дорогие братишки.